И если машина с обвесом, которая стоит у нас на заднем плане, это для вас слишком вычурно, вы хотите совершенно обычный Pajero Sport, но при этом хотите, чтобы у вас комплектация была хорошая, также вас устраивает то, что она в блэк-пакете, эта машина, то вот есть хороший вариант, тоже с парктрониками, тоже с омывайками для фар и с адаптивным круиз-контролем. Здесь из отличий, вот что здесь не совсем черное, диски, видите, двухцветные. У того автомобиля даже диски были черные. Во всем остальном по комплектации практически нет отличий. Сейчас скажу, в чем они есть, но не знаю точно, что немногим это важно. Так, уселась. Завела бесключевой, старт-стоп, электропакет, все это есть, сиденье электрическое. Второе, глянь, пожалуйста, тоже электрическое. Также здесь есть поясничный подпор, в той машине он тоже есть. Причем он у Mitsubishi очень ярко выражен. Смотрите, вот я сейчас прислонилась, то есть у меня прям под поясницу такой хороший выступ. Это электрорегулировка поясничного подпора. Вот. Дальше. Ну, начнем, наверное, вот с цифровой приборки. Там мы на ней не сосредотачивались. У всех трех машин она вот такая, выглядит таким образом. Вот здесь предотвращение столкновения, ассистент. Здесь удержание в полосе движения, предотвращение столкновения, все есть. Это адаптивный круиз-контроль, 360 камера, электрический багажник. Сейчас увидите на камере, что он открывается. Не увидите. А ведь он открылся. А, вот, смотри, вот я режим камеры перевела в другой. Вот. Дальше, смотрите. Подогрев двухступенчатый. Передних сидений. Блокировка заднего дифференциала. Шайба управления режимами трансмиссии. Так, что еще? Ну, люк. Вот, если не обратили внимания, он здесь есть. И пойдемте покажу вам как раз те отличия, о которых я говорила. Это мониторы сзади. Вот мониторы сзади. А здесь их нет. А третий ряд есть. И пойдемте покажу, как сзади выглядит машина. Вот. Смотрите. И закроем багажник. И покажем вам, как она выглядит без обвеса. Это тоже темно-серый цвет. Жень, а у нас тот автомобиль, который я вчера снимала, он черный? Не помню. Все они одинакового темно-серого цвета. В общем, их три штуки разных комплектаций. Вот это в обвесе и самое богатое. Это то же самое практически, только без мониторов сзади, без обвеса и на двухцветных дисках. И та машина, которую я вчера вам показывала, она дешевле и она попроще.